Виктория Апанович и Никита Загорулько – ученики школы номер 2 Благовещенска. Ребята – юнармейцы, они состоят в медицинском отряде «Коста». Вместе они готовились к проекту, когда почувствовали сильный запах дыма и гари. Выйдя в задымленный подъезд, ребята заметили, что дверь в квартире напротив была приоткрыта. Там жил 85-летний пенсионер, и они решили проверить, нужна ли ему помощь. Как оказалось, в кастрюле выкипел бульон, и ко дну пригорела косточка. Огня под посудой не было. Ребята оказали соседу первую помощь, вызвали скорую и открыли окно. Нужные навыки школьники освоили на спецподготовке юнармейцев и на курсах ОБЖ. Сейчас готовится официальное представление на награждение юных героев. Хороших вам новостей!